Всем привет! Сегодня мы пройдем замок История с двумя концовками, хорошей и плохой. Диана здесь уже 18 лет, мы здесь 18 дней. Сегодня мы хотим сбежать отсюда, из этого замка. Мой отец оставил ключ на этой люстре. Сейчас мы его доставать будем. Кто-то уже достал как-то. Кровать Дианы можно двигать, и от нее мы получаем эффект прыгучести. В картине короля, который прямо по курсу, есть одна корона из 8. Они нам не понадобятся. Теперь нам нужно активировать рычаги и идти дальше. А теперь мы попали в лабиринт, и у нас есть 2,5 минуты, чтобы его пройти. Пауки очень сильно кусаются. Ну, это понятно. Вот мы и прошли его. Довольно много времени дается. Последний человек, давай, давай, быстрей! Все, завал. Успели. Стойте! Мост провалился. Ладно. Придется паркурить. Вот нам нужно нажать на этот рычаг. Довольно легкий паркур. Первый прыжок только самый сложный. Активирую. И в конце паркура нас ждет еще одна корона. Забираем, идем в магическую комнату. Вы не уйдете отсюда? На помощь! Сейчас мы будем отгадывать загадки. А вот и ответы. Слушайте мою загадку. Я маленькая и блестящая. Если у меня у вас достаточно, вы можете обменять меня на вещи. Это монета. Коин. Следующий вопрос. Я ответил. Все, на все вопросы ответили. Можем идти дальше. Вы можете идти в следующую комнату. Тут нас встречает очередной рычаг. Нажимаем. И мы попадаем в не пойми какую-то комнату. Немножко ждем, дверка закрывается. И под нами появляется лава. А вот и она. Теперь нам нужно будет ловить книжки. Даже в одиночку это можно легко сделать. Вот еще одна корона. Чуть осталось. Все, поднялись, активируем еще один рычаг, и мы попадаем в комнату с призраками. И с фиолетовыми факелами. Все за книжками прячутся. А вот и первый призрак. Ах, призрак!
Бу! Я напугал вас? Немножко только. У нас не было гостей 100 лет. Да. Давайте играть. Мы сейчас не можем. Ух. Мы, конечно, любим играть, но нам нужно сейчас идти. Ох. Извините меня. Познакомьтесь с моими друзьями. Как много призраков. Давайте играть. Скакалку из огня. Прыгайте. Вот на этом испытании очень много людей проигрывают. 20 секунд. Нормально так. Быстрее! Вот это уже похуже. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Еще быстрее! Вот тут, вот на последнем обычно игроки проигрывают. Ну, постарайтесь. Вот кто-то проиграл как раз-таки в конце. Было весело. Спасибо, что поиграли с нами. Надеюсь, мы можем идти. То, что золото, это не золото. Чуть-чуть непонятно. Ну, чуть-чуть понятно. Так. Вторая попытка. Это все не трогаем. Это все обман. Это все. Если вы вообще вот тронете это золото, оно вас уничтожит. Хей! Вот и принцесса где. Не трогайте золото, оно вас убьет сразу. Нажмите на рычаг и освободите меня. Да, не пожалуйста, не спасибо. Ну ладно. Принцесса, мы тебя спасем. Ладно, давайте вы паркурите, и я посмотрю, как вы паркурите. О, какой профессионал. Так, принцессу освободили. Дверка, открывайся. Спасибо, что спасли меня. Пожалуйста. Вообще-то не я спас. Нам нужно двигаться дальше. Какая прикольная, огромная статуя. Ладно. Никаких рычагов нету. Жалко. Посмотрите, это гигантская статуя. Подождите, это не похоже на статую. Вы не уйдете отсюда. Ах! Опять что ли? Что-то проходить. Ладно. Вы не уйдете отсюда. Но мы это уже слышали. Вы недостойны. Что нам надо делать? Что мы должны сделать? Исполняйте то, что сказал рыцарь, и не исполняйте то, что не сказал рыцарь. Понятно, почти. Готовы? Не очень. Рыцарь говорит, встаньте на красную. 10 секунд дается, довольно много. Лава. А рыцарь говорит, встаньте на синюю. Ты зачем на краешке стоишь? А, ты не упадешь. Фух. Встаньте на синюю! Ставим на красную. И, фух, добралась сюда.
А, может быть, он даже на середину залезть. Рыцарь говорит, не вставайте на красную и на середину. Понятно, стоим на синей. Встаньте на красную и на синюю штуку. Я должен раздвоиться. А, ну рыцарь же не сказал. Ты что там стоишь? Давай сюда быстрей. Фух, последнюю секунду успел. Да что, ты специально так сделал, что ли? Надеюсь, это было последнее. Теперь вы достойны, чтобы сбежать из этого замка. Да, это такой простенький опрос. Пошлите. Какой большой меч! Что ты хочешь сделать? Убей его! Умри! Бедный дракончик! Ты убил дракона? Я теперь свободна. Ладно, пошлите. Свет. Не понял. А мы? Открой. Я не настоящая принцесса. Не понял. Она превращается в ведьму. Вы помогли моему плану. А. Меня останавливал только дракон. Благодаря вам мой план сработал. А. Только дракон мешал. Прощайте. А мы? Мы так и останемся в этом замке. Это была плохая концовка, замок, история, но теперь хорошая. Ох, Геймс, давай! Убей его! Я не хочу убивать дракона, мне его жалко. Я не буду его убивать. Огонь! Ой, принцессу зажарили. Ну, мы знаем то, что это теперь не принцесса, а ведьма. Ты что сделал с принцессой? Ты ее убил! Это была не принцесса. Диана, это не принцесса. Это ведьма. Ты можешь сбежать из этого замка. Моя работа выполнена. А. И вот дракон исчезает. Его задача выполнена. И я пошел на свободу. Ведьма убита. Все хорошо. Активирую рычаг. Свет. И, видимо, стена опять все портит. Свет. Я наконец-то свободен. Это так красиво. Это была хорошая концовка. Подписываемся на канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока!